Три мужика зашли в деревню ночевать. Здесь, в Питере, они извозом промышляли. Поработали, погуляли, и путь теперь домой на родину держали. Но так как мужичок не любит тощий спать, то ужинать себе спросили гости наши. В деревне что за разносол? Поставили пустых им чашку щей на стол, да хлеба подали, да что осталось каши. Не то бы в Питере, да не о том уж речь, все лучше, чем голодным лечь. Вот мужички перекрестились и к чаше приютились. Как тут один, посметливее из них, увидя, что всего немного для троих, смекнул, как делом тем поправить. Где силой взять нельзя, там надо полукавить. «Ребята, — говорит, — вы знаете Фому? Ведь в нынешний набор забреют лоб ему». «Какой набор?» «Да так, есть слух, война с Китаем. Наш батюшка велел с китайцев дань взять чаем». Тут двое принялись судить да рассуждать. Они ведь грамоте, к несчастью, знали, газеты и подчас реляции читали. Как быть в войне, кому повелевать? Пустились мои ребята в разговоры. А наш того лукавец и хотел. Пока они судили да рядили, да войско разводили, он не гугу, и щи, и кашу все приел. Иному до чего нет дела, о том толкует он охотнее всего. Что будет с Индией, и когда, и от чего, так ясно для него. А поглядишь у самого, деревня между глаз сгорела –